Господи, благослови. Все там видно будет на экране. Сейчас. Посмотри. Садись. Давай сюда. Давай. Хорошо, хорошо. Ой, какой хороший пёс. Включается где? Покажи. Сейчас все там на экране идет. Там видно, как тут все это идет. Смотрите, видно? Все, значит. Так. Мне очень нравится ваша собачка. Я вчера держал только такую породу, когда она называлась восточноевропейская. Иди сюда, садись. Садись. Вот молодец какой. Замечательный козик. Только таких. У нас отец пас овец, и нужно было держать больших собак. А какой же я не знаю, когда не разбирался, они были в Кавказе. Просто мы подбегали одного марта звали, мы в станции садились трое, и он вез, я помню, катался. А даже напали волки, два было. А собачка маленькая, а он ее сильно любил. Он один оказался, он с меня боролся один. А теперь называется это немецкая. И вот с таким вот мы проехали 120 тысяч километров, это как миссионер. У меня вышло в печати 38 томов книг, это 750 лет стоило. И мы проехали с Барнаула до Владивостока, вот все районы, центры подарили, полный комплект, 38 томов. Потом доехали до Португалии, прошли Скандинавию, Прибалтику, и везде была с нами собака. Вот такая вот, звать ее Ураган. Он чемпион России стал по защитной коронной службе. Законная медаль у него была. Посмотрите, получилось. А? Посмотрите, получилось. Идет, идет. Еще маленько я закончу сейчас. И вот он любил играть. Как только останавливается в лесу на остановке, там не в городе было. И мы начинаем с ним играть. Ураган звать. Вот. Я вчера записывал, а он нет. Пушки стоят там. 78 волки в кабинет должны было тогда, такая норма была, сейчас я не знаю. Я занимался новым розыском с такой собакой, она тут не одна взяла. Кто-то что-то потерял, потому что стек был вот так, маленький пищик. Ну я говорю, да возьмите их пищик, брось. Я сказал искать, а ему надо подъехать его сыну, он сразу вытащил. Ну это на экзамен был, он ушел, и так мы на экзаменационную сессию то и выехали. И вот он искал, лежит, пищик спасает. Да благословит вас Господь. Спаси Христос. Вы хозяин его. Собака входит. А вы давно их держите, таких собак-то? Я давно, да. Вот видите, как мы с вами встретились. Это... Давно, я с детства, мне 65 ага. лет, у меня всегда собаки были. У меня одна была тоже, две было. И за одной прилетели из Алма-Ата, в уголовный розыск увезли. Угу. Я очень много времени отдал им. Самое трудное, это когда стреляют, у нас взрывы там были, чтобы ничего не боялся. И с обратной стороны, чтобы он обошел и парализовал его. Это самое трудное было. Надо было бельевую длинную веревку и подтягивать его постепенно, и тогда, чтобы он бросился. Во! Это у нас сегодня 23 мая 2023 года. Я иду на мост, мы там молимся, чтобы мост не разорвало. Я вижу, что охрана его слабая. Сегодня мы написали транспортное министерство и в КГБ приедут смотреть. Я смотрел, говорю, если бы я был террорист, я бы взорвал мост, даже не заметили. Смотрю. Ну, над Крымским мостом не уберегли, что теперь рот-то развивать? Надо смотреть, они хотят узнать, а как? Я скажу, моя жизнь в этом прошла. А потому что это мост, ну, 6 полос, в одном направлении 3 и в другом, это вообще. Ну, вот сегодня ночью мы отправили, местное МВД будет разбираться. Я говорю, сколько я хожу, мы молимся под мостом, чтобы Бог сохранил его. Я ни разу не видел патруля, еще не знаю, ночью. Это же мост. 20 тысяч машин проезжает за день, за сутки. 20 тысяч. А весит он 13 тысяч тонн. Это все опубликовано в интернете. Длина его 943 метра. Ну и ширина где-то там 30 почти 2,5. Ой, хорошо, красавец. Всего доброго, я, всего да, доброго, до свидания. Я так доволен, что мы с вами встречаемся. До свидания. Да благословит вас Господь. Всего доброго. Ой, иди с Богом. Да какой длинный хвост у него, вообще шикарный. На меня оглядывается, уже познакомились. Все-таки хозяин за ним бежит.
Я для него никто. Это что-то тут гляжу, тут какая-то компания. Посмотреть попутно. Что тут? Во! А, это в августе, 23-го года будет. Новосибирск, Рогово. Это губители душ человеческих. Рок — это все от дьявола. Дьявольская музыка. Это я вот на самом последней уже остановке перед мостом. А вот впереди наш этот большой мост, о котором я сейчас рассказывал. С сегодняшнего дня буду считать время, когда явятся представители разных ведомств, посмотреть, как этот мост сохранить, пока он живой. Там обошлось во сколько там миллиардов рублей, миллиард. Вот, а там церковь Иоанна Предтечи. Было кладбище. А до этого там охранный пункт был. В самом начале, для чего и строили. Во. Сейчас я покажу на всю длину, чтобы его было видно вам. Этот мост чудесный. Ну, 20 тысяч машин идет. Еще спрашивайте. Вот все расцветают деревья. Вот. Я сейчас покажу, где. Ну, там можно будет рассмотреть. Вот еще в воде стоят, а еще две пары. Это быки называются. Эти сваи. О! Там тоже кто-то с собакой идет. Каждый день ходим, молимся здесь, под мостом, чтобы мост сохранил Господь. Сохранил, защитил. А это вот стоят здесь паромы, около них там теплоходы, ну, можно сказать, большие катера, хотя это неправильно. И люди приезжают здесь, туристы, вверх по течению идут и вниз. И тут расписание, во сколько отходят, какие остановки, для какой. Билет билету разница. Вот еще раз покажу. Вот с этой стороны, там написано Барнаул. Вот здесь, видать, храм. Здесь остановка разворачивается, площадь имени Баварина Владимира Николаевича, бывший мэр города, погиб. Мы каждый день приходим, где сейчас доска памятная, колония, и мы молимся, чтобы Господь упокоил его душу в обителях небесных. Он был православный, нам много добра сделал. Баварин входил в десятку лучших мэров России. Да даже сравнивать не надо. Не только входил, но он лучший в этой десятке. Вот так. Это вот самый паром. Плоховато видно, да у меня такой аппарат еще. Везде русский флаг, российский сказать. Любимый мой флаг. А там баржу толкают. Вон пошла, уже прошла она под мостом. Я не знаю, видно или не видно будет. Где-то она здесь. Совсем не видно. Господь милует. Вот это Обь. Самая большая река в Сибири. 50 пород рыб. Говорят так. Там сегодня корабль какой стоит. Вон там на рукаве. Не знаю, видно или нет. Вот где деревья. Тут между деревьями. Все.